великих асуров в момент до бешенства довел богине ультиматум Шивы принесенный. Отмашкой властной Шумха в бой фаланги сам повел, тупой злостью беспредельно заведенный. Кучнее прежнего слепые стрелы в цель спешат, острее бритвы сабли, топоры и пики, но снова стрелы Деви расщепляют и крушат оружие врага, повсюду стоны, крики. Тогда, копьем пронзая демонов, пошла вперед, в ударах жезлом промаха не зная Кали, лишая сил тем самым, надоитив воду льет брахмани Деви из сосуда Камандали. Вайшнави меткий диск асуров режет пополам, Махешвари трезубцем их лишает жизни. Удары ярких молний рвут данавов по кускам, пируют шакти Индры на кровавой тризне. Орудует кабан Варахи рылом и клыком, врагов, сметая на росинки, всюду рыщет. Когтями рвет одних, других сжирает целиком, хохочет Шива Дути, нестерпимо свищет. Умению шакти драться в незабвенной битве той могли б дивиться и поэт, и лучший кшатрий, хотя противник им достался вовсе непростой, его заставили бежать богини Матри. Увидев, что войска разбиты Чандики ордой, огромный Рактабиджа вышел ей навстречу. Способностью он обладал волшебную одной, и целой армией он был сильнее отмечу. Когда лилась на землю демона густая кровь, из каждой капли тут же заново рождался гигант ему подобный, в пекло схватки шедший вновь. Представить трудно, сколько бой тут продолжался. А Индри молнией разбила голову ему, Вайшнави ранила асуру острым диском, а демоны плодятся, будто вирусы в чуму, богинь без страха атакуют и без риска. С собой заполонили асуры весь белый свет, богам бессмертным даже стало жутко. Смеясь, голодной Кали Чандика дала совет, которая игру в проблеме видит, шутку. Чамунда грозная, открой сейчас пошире рот, глотая Рактабиджи кровь по полю рыской. Единой капельки на землю пусть не упадет. Устроим этим клоунам большую чистку. Родившихся доитив беспощадно пожирай, из вида никого совсем не выпуская. В чистую кровь из новых ран злодеев подбирай. Погибнет Рактабиджа кровью истекая. Копьем, мечами, дротиком и громовой стрелой богиня стала наносить ему удары. Фонтаном алым бьют потоки удали былой. Данава отвечает в бешеном угаре. Хотя в его руках дубина очень тяжела, и промаха злодей не ведает в атаке, попытка эта перелома в битву не внесла. Богиня даже боль не чувствовала в драке. Даития лютый очень скоро выбился из сил. Энергии жизненных лишенный громко охнул. Экстаз победный Девас моментально охватил, когда громадный Рактабиджа наземь грохнул. Здесь кончается 8 глава Деви Махатмьям под названием «Убийство Рактабиджи» в Маркандея Пуране в период Манусаварни.